Молодец, садись пять. Ну что ж, продолжим конвейер. Так, Руденко, аферист. Ну-ка, выходи к доске. Ну, чем сегодня нас удивишь? Чистушкой. Тело сунутое в воду, выпирает на солнце по силу. Так, стоп! Это что? Хорошо. В чем измеряется сила тока? Сила тока измеряется в метрах Гюйгенса. Так, я ставлю минус. Вы хотя бы выучили основной закон Эйнштейна? Основной закон Эйнштейна? Да. Так, запишите мне формулу на доске. Пишите, энергия равно. Энергия — это буква Е. Большая Е. Допечатная Е. Так, энергия равно, пишите, равно. Смотрите, зачем вы прописи пишете? Как обозначается равно? Как у нас обозначается? Параллельные и прямые, молодой человек. Да горизонтальные. Так, энергия равно МС. Пишите МС. Как у нас обозначается МС? Латинская С. С. Да не С, а С. Просто С. С. Так, так, ладно. Все, все в квадрате. В квадрате.